Так, и, дорогие друзья, мы заканчиваем процедуру нашего общего массажа с финальной части. Некоторые у меня, мои клиенты, пациенты говорят, а коронные свои приемы забыл, давай доделывай до конца. То есть, как бы они называют это коронкой. Это мы работаем, тракцию делаем с шейными позвонками, да, затылочная часть, волосяная часть головы. Можно массаж лица сделать. Ушных раковин, все делается в таком положении. В данном случае это можно делать как стоя напротив пациента, да, так и сидя. Можете стульчик поставить и то же самое делать сидя. Да. В данном случае нам подушечка под шею не нужна. Масло нам практически не нужно. То есть то, что уже нанесено, оно там осталось. Этого достаточно. Или вот, если не хватает, то буквально... Вообще одна капелька. Одна капелька просто для того, чтобы было легкое скольжение. Там где шея, там где ключицы. Вот. Если пациент напрягает голову, попросите его расслабиться. Расслабьте. И голова покоится, вот висит сама по себе, под собственной тяжестью, да, на моей руке. Такие покачивающие движения уже очень хороши. Начинаем с ключиц, захватываем шею и челюсть внизу, да. Получается вот такую мы как бы делаем ложбинку на, ну, типа тарелочки, да, на которой это все лежит. Так вот в эту сторону. Сейчас я телефон отключу. Соответственно, мы берем, опираемся в челюсть и вытягиваем. Вытягиваем, вытягиваем, вытягиваем. Скроем мягко. Опять мягко тянем. Вытягиваем. Прием тракции называется. Далее берем руки и как бы лодочкой, опираясь в столешницу, да, протягиваем позвоночник вот так вот. Позвоночник к себе. То есть подальше залазим почти под лопатки, приподняли, вытягиваем, шею вытягиваем, 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 опускаем голову, она покоится спокойно на руках, и захватывая пальчиками мягко за основание черепа, да, продолжаем тянуть на себя. Вот эти вот подтягивания, покачивания, только надо полностью расслабиться. Они являются таким остеопатическим приемом, когда практически, ну, через некоторое время, вот так сделать, минут 5-10, то потихонечку выравнивается весь позвоночник человека. Вот такие вот мануальные практики позволяют всю ротацию позвонков вернуть в первоначальное состояние. Мягкими массирующими движениями проходимся по волосистой части головы. Внедряемся обратно в волосы и большими пальцами, так методом разводки, проходим по краю, где начинаются волосы. Здесь, вот здесь, вот здесь, за ушами, можно прямо над ушами. И опять делаем то же самое. Подводим руки и теперь включаем вибрацию. Легкую вибрацию пальчиками расслабляем таким образом. Шейные сочленения. Расслабляем, расслабляем. Голова висит, висит, висит. Висит, висит голова. Немножко ее подтягиваем. Можно даже посильнее вытянуть. Как-то раскачиваем. И опять возвращаемся по линии волосяного покрова головы. Далее мягко берем голову. Поворачиваем ее в бок. Один, другой. Даем возможность расслабиться человеку, почувствовать, что мы с ним делаем, что мы не хотим навредить. Поэтому голову полностью в бок. И в данном случае противоположной рукой хватаемся за противоположную часть черепа, вот там внизу, то есть с той стороны. А предплечье кладем на челюсть человека. При этом второй рукой мы давим на плечо. Давим
Вот как бы получается этой рукой по вот такой касательной, а этой рукой в эту сторону. То есть получается, ну, примерно от оси позвоночника, да, вот этот угол где-то градусов 15-20. То есть голову мы немножко скручиваем, а в плечо давим. Теперь, не меняя положение этой ладони, через ухо кладем на височную часть. Даже почти на глаз, на скулу. А этой рукой давим теперь вот туда. То есть угол у нас меняется относительно оси тела градусов на 45. Такими легкими покачивающими движениями. Далее хватаемся чуть повыше, чтобы прям затылок держался, да? И руку кладем вот сюда. А тут давим почти параллельно туловищу, да? То есть у нас остается угол, ну, где-то отклонение от оси градусов 20. И то же самое теперь проделали с другой стороной. Схватились поглубже на челюсть. Тут давим практически вниз. И вот немножко туда. Положили на скулу и давим вот туда. Положили выше руку и давим вот туда. Опять так же мягко, плавными движениями обхватываем вот голову человека, да, и опускаем ее на тарелочку сверху. Она там спокойно покоится, и мы расслабляемся. Если человек заказывает, можно сделать массаж лица. Но это вообще отдельная процедура. Массаж лица очень много, этому обучают на отдельных курсах у нас. Поэтому сейчас мы подробно это не сможем объяснить, но все делается, можно завершить такими плавными движениями тыльной стороной пальчиков ладони, да, по массажным линиям. Массаж линий, как правило, идет по центру и краю. Центр и краю. И еще раз вот так вот. Достаточно такие успокоительные движения, очень приятные. И с лысиной частью головы также можно уши задействовать немножко, их вот так вот протерев. Только осторожнее, не задевайте сережки. И опять своими теплыми руками накрываем и отпускаем человека в сон. Сбросив всю вот эту отрицательную энергию. И с него мы сбрасываем с человека, убираем ее через голову, и с себя отпустили. Вот таким образом можно зафиналить весь комплекс массажа, общего массажа, мануального массажа тела человека. До новых встреч в следующем комплексе упражнений. Я расскажу вам другие приемы массажа, так что смотрите наши ролики на канале YouTube и подписывайтесь на наши группы в социальных сетях. До новых встреч!